Полное описание и точно дата выхода 37 серии турецкого сериала «Постучи в мою дверь». 37 серия сериала выйдет в эфир 27 марта. В новой серии мы увидим, что когда Эда была дома у Серкана, то ей неожиданно позвонил Денис. Он хотел предупредить Эду, чтобы она была осторожнее с Селин, так как эта особа, скорее всего, задумала что-то нехорошее. Подруга Эды начинает сомневаться в том, что Селин беременна на самом деле, ведь она никак не может смириться с тем, что Серкан ушел от нее, и для того, чтобы его вернуть, может придумать что угодно. Подруги решили заняться как следует Селин и все выяснить. Им необходимо найти доказательства того, что Селин соврала про свою беременность. Эда также не остается в стороне, и она помогает своим подругам, ведь для нее это очень важно. Девушки стали замечать, что Селин пьет очень много кофе, но ведь беременным это нельзя и вредно для ребенка. Серкан пытается выяснить у Селин, разговаривала ли она с Эдой. Серкан узнал о том, что Селин беременна, и для него эта новость стала большим потрясением. У них только начали налаживаться отношения с Эдой, и это совсем не кстати. Серкан и Эда пока не могут строить планов на будущее, ведь вокруг них снова стали сгущаться тучи. Денис считает, что он может быть отцом ребенка, которого Селин носит под своим сердцем. Он хочет выяснить это и решил лично спросить у Селин. Напомним, 37-я серия сериала выйдет в эфир 27 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.